Короче, я такой, ну, типа кубики, типа, знаешь, там всякие штуки. Сейчас запчасти. Параметры обновить, окей. Кстати, этот, сам Steam обновился сейчас. Вот, наверное, из-за этого вылетала игра. И я, короче, провел 6 часов в этой игре. То есть я ее 6? Запустил, да, и 6 часов завис там. Я сейчас покажу. Неплохо так. За 6 часов, ну, то есть моя, по большому счету, первая постройка в Space Engineers. Сейчас заценю, друзья. Тут миры очень долго грузятся, тут кучу всего надо загрузить. Вообще, я думаю, многие знают. Она еще на бете, не? Ну да, вот. Вот, моя штукенция. Так, мне надо чат, кстати, открыть, я чата не вижу. Сейчас, один момент. Всплывающее окно. Ну вот так, чатик хочу читать. Развернулась. Оп! Меня со стримом немножко подглючивает игра, потому что она еще не совсем оптимизирована. В общем, для тех, кто не знает, что такое Space Engineers, это, в общем-то, грубо говоря, это Minecraft в космосе, очень грубо говоря. То есть у вас есть вот некий инвентарь, всякие детальки здесь есть, кстати, которые почему-то теперь не так расположены, как были когда-то. Обновление, может быть, произошло? Они у меня по-другому были расположены. Странно. А может быть, все сбилось? Ставил, я как знаю. Они должны были нас, ну, как-то расположены. С опции аудио. Так. И, то есть, вот эти вот два космических корабля, это уже были здесь. Ну, и, ну как, они не были не в таком виде, конечно. Это я проверял. Это ты... Проверял физическую модель игры, и просто этот кораблик был где-то там далеко. Я, естественно, в него сел и на всех парах врезался. Да, это первое вообще, что ты делаешь в Space Engineers. Врезаешься. Сейчас я покажу вам. Здесь есть, естественно, физика повреждений. Вот видите. Тут все исковеркано просто. Вот. Тут просто пробило. Мясо так, да. Да, пробило к чертовой матери. Я могу из одного корабля теперь в другой перейти. Можно физику отключать. Ой, физику. А гравитацию включать, вернее. То есть у меня есть мой... джетпак, на котором я летаю. Да. И в этих кораблях стоят еще генераторы гравитации, и они еще работают, удивительно. Работают? Да, ну ты видишь, тут освещение еще работает. Не сломал еще до конца их. Да. Тут есть генераторы, то есть всякая такая штука прикольная. И то есть вы, получается, берете, вот тут всякие платформы можно строить. Допустим, я выбираю один, да, и там вот так вот кликаю, и вот типа поставил несколько блоков, и там правой клавишей могу их удалить. Потом могу менять цвет, допустим. То есть вот там синий. И вот так вот тоже поставить, и что-то типа сделал. Вот. Разные детали здесь есть. То есть наклонные поверхности, есть всякие там угловые, есть решетки, там дверные проемы, ну и так далее. То есть всякие такие штуки прикольные. И там разные типа двигатели, рубки и тому подобное. И вот это вот, друзья, сейчас мы подлетим поближе. Вот это вот я на досуге строил. То есть все это создано вручную, блок за блоком, на протяжении 6 часов я вот это строил. Я не знал, что это такое будет. Это не корабль, друзья, это станция. То есть этим управлять нельзя. Я сразу хотел сделать станцию. Что-то мне захотелось. Типа, я не знаю, смысл ее был в том, что это... Ну, допустим, станция по добыче руды, да, из метеоритов. Вот что-то такое, типа, такая вот цивильная. Или перевалочная, знаешь, так. Вот. Взял и припарковался. Здесь есть разные пулеметы, пушки, но их пока контролировать нельзя. Здесь еще пока это все недоступно. То есть, вы видите, здесь еще есть инструменты, есть автомат, автоматическая винтовка, но их использовать пока нельзя. Они пока, типа, недоступны. Вот. Они пока в спящем режиме, так сказать. Да, и давайте влетим сюда. То есть вы понимаете масштаб, да, того, что я тут все-таки настроил. Блок за блоком я строил. Сейчас влечу. Так вот. Можно от первого лица смотреть на это все. Но мне нравится от третьего. Смотреть на моего маленького космического чувачка. Человечка. Да. Вот, и тут все это освещение, вот эти все переборки. То есть у меня была какая-то картина в голове. Вот, какой-то станции, да, которую я хотел
построить. И вот, то есть это не боевая станция, но здесь паркуются разные, как бы, маленькие корабли инженеров, которые просто вот сюда влетел, да, там припарковал и полетел дальше добывать. Ну, вот или тут меня... перекусил там. Ну, тут они и живут, естественно, да. То есть я еще не достроил, это еще далеко не достроено. То есть вот я тут... А, еще даже не достроено. Да, тут я разграничил как бы места, где... Ну, на 4 истребителя, короче говоря, типа тут рабочих, рабочих 4 не истребителя даже, а... Поверхности, так сказать. Что-то такое вот. И можно даже полетать на одном из вот таких вот кораблей. Вот у меня он один стоит. Я могу в него сесть. Это ты построил или не, там это тут уже один был такой, да. Вот. И можно его взять, и даже можно... Сейчас вот я могу отдалить. Я могу даже вот так вот на нем вылететь из своей собственноручно построенной станции. И просто пока полетать. Здесь толком ничего такого нет. Можно даже из кабины вид сделать. Вот прикольно. Очень, очень прикольно выглядит здесь это все. И, например, могу в свою станцию опять же влететь... Тут парковка, конечно, вещь... Самая витиеватая, сложная. Да. Ну, благо, тут есть стабилизаторы, которые позволяют остановиться в нужном моменте. Так, я нажму сейчас, знаете что, друзья? Здесь вот я выровняю свой этот корабль. Нажимаю Alt, и теперь я... Сейчас. Вот Alt и мышкой, да. И теперь я в свободном режиме просмотра. То есть я могу теперь сверху смотреть на свой корабль. И припарковать его, допустим, уже... Вот поближе. Здесь. О! А, это сохранение. Игра называется Space Engineers. Здесь это альфа-версия игры. Кстати, большое спасибо разработчикам за то, что прислали мне эту игру. Я попросил, прислали. Всегда приятно. Потому что я ютубер, друзья. Не просто потому, что я попросил. И я буду делать обзоры, естественно, по этой игре. Я хочу достроить станцию, а потом уже... сделать Индиану по этой игрушке. Может быть, дождаться, когда появится вооружение и инструменты, там можно будет их использовать. Вот, то есть я опять припарковал его, все, он тут себе стоит. И... то есть у меня была идея такая, что вот это вот, это место, это где собственно, можно корабли просто ставить, да, там вылетать. Здесь командный центр у меня, из которого я как бы могу управлять. И его можно, кстати, контролировать тут тоже, если K нажать. Тут можно включать, отключать двери, свет всякий там, реактор включать, отключать. У меня реактор на крыше пока стоит, потому что в процессе все. Почему? Ну в процессе, он мне мешал строить просто здесь все внутри. У меня будет потом отдельно реакторное отделение, здесь пока его нет. И окей. Дальше идея была в чем, что вы наверх сюда отправляетесь. Здесь небольшая комната, я не знаю для чего она будет, скажем, медотсек будет типа здесь. Ну, потому что здесь как бы удобно. И пока что, как видите, на этом все закончилось. Здесь рубки для проживания персонала. Вообще выглядит внутри все прикольно достаточно. Вот одна комната, вторая комната. И внизу, тут, кстати, на шифте можно бегать еще тоже, что прикольно. Внизу можно еще пройти, вот тут. И здесь у меня будет все уже отсеки, то есть у меня будет здесь та же столовая, да, комната отдыха, реакторное отделение там и так далее, то есть все это будет вот, вот дальше уже туда строиться. Ну, давайте вылетим, я покажу, как с этой стороны все выглядит. Боже, сколько ты времени и сил потратила. Ну я знакомился с игрой как бы там, наверное, часика пол. Ну, то есть там пробовал, знаешь, там ставил блоки, смотри, как они взаимодействуют. А потом все остальное время потратил на этот корабль. Ну, и, ну, не корабль, а станция. И мне, в принципе, нравится, как она выглядит. То есть... Ну да, классно. Как видите, я тут многие вещи пытался сделать, ну, сложные формы какие-то использовать, сложные переплетения деталей. То есть вот не просто, да, коробка, а какие-то наклонные поверхности использовать там и так далее. Вот как бы хвостовое отделение я его сузил. Если сверху посмотреть, тоже прикольно смотрится. Зачем я ему крылья сделал, я не знаю. Все равно станцией управлять нельзя, она летать не может. Но просто прикольно выглядит. Кит такой, знаешь. Космический кит. Ну, может, игра сейчас доступна, да, друзья. Это Space Engineers, альфа-доступ в Steam. Вы можете прямо сейчас ее купить и играть. Но все, что сейчас доступно в игре, это строительство. И все. Ну и там управление, там, типа, кораблями, да. То есть вот ты можешь построить корабль, вот как я на маленьком летал. Также и на больших можно летать. И вот у меня
Вот мой маленький реактор здесь стоит и генератор гравитации здесь на крыше. Вот такая вот станция. Так, вы же такие отщепенцы, блин. И я могу в станцию вот так вот еще попасть через крышу. У меня здесь специальные отверстия есть. Тут пока нет возможности создавать не атмосферу, боже. В общем, закачивать кислород в комнаты и поддерживать его, потому что, ну, нет еще таких вещей, поэтому по этому поводу я не парюсь. Потом, когда это все появится, эта зона останется все-таки, ну, в нее закачиваться кислород не будет, смысл, да? Ворота открываются, и сразу куча кислорода просто вылетает в космос. А вот там, где нет отсек вот здесь, и так далее. Вот, эту зону я, наверное, перестрою потом, где контрольная рубка. То есть где-то здесь, может быть, какие-то переборки дополнительные поставлю. И я очень надеюсь, что они добавят стекло. Пока стекол здесь нет. То есть вот какая-то стеклянная поверхность было бы просто замечательно. Единственный вариант окон здесь в Space Engineers — это вот эти вот решетки окна. Да. А здесь вот ничего такого. То есть я здесь просто наклонные поверхности поставил. И световое освещение, короче, добавил. Просто оно прикольно смотрится, когда ты вот здесь находишься. И типа там как будто какие-то коридоры, как будто там кто-то может ходить. Там, знаешь, типа такие вот служебные помещения такие дополнительные. Они могут стать служебными помещениями тоже, вполне. Ну вот так вот. Я надеюсь, зрителям нравится. Шлюзы, нет, да, было бы прикольно, если бы тут шлюз был, то есть именно воздушные шлюзы. Их нет. Были бы шлюзы, их бы я и использовал как раз вот в командном центре. На Нормандию похоже. Ну, не знаю, мне вот, может, и похоже. У меня просто вот была своя идея космической станции. Для меня вообще тема космических кораблей, знаешь, вот тема космических приключений, для меня она какая-то очень такая вот просто тянет, притягивает к себе. Это прикольно. Мне нравится. То есть я провел кучу времени, но я получил от этого проведенного времени удовольствие. Вот, планируя, полностью создавая по каждой детальке собственную станцию. Каждая мелочь здесь была просто вручную поставлена. И каждая мелочь поставлена так, как я этого хотел. И вот. Правда, снизу станция не очень круто выглядит. Я снизу еще не очень не работал сейчас. Ну, там подсветочку надо сделать так. Ну да, то есть, хотя неплохо она выглядит снизу, мне нравится. Ну то есть, она плоская снизу, я имею в виду это, то есть тут каких-то деталей хотелось бы добавить. Попроси Тюну спеть, что вы даете. Нет, я в Kerbal Space Program, это другое, это не то. В Kerbal Space Program вы не можете построить вот такую станцию, потом через какое-то время появится здесь мультиплеер, и можно будет толпой летать и там добывать ресурсы. То есть сейчас пока креатив режим, как видите. Потом появится режим выживания, где вы можете вместе добывать ресурсы, строить свои станции, корабли, там экспансия будет всякая. Потом будут сервера, возможно, серверов, где вы можете подключаться и с друзьями играть, или какие-то публичные сервера будут Space Engineers. Но это будет не скоро, очень не скоро. Да, поэтому это будет будущее, да, так сказать. Поэтому как бы пока что я изучаю игру, и вы знаете, мне нравится, очень круто. Ну, тоже нравится, так это. Ты создал такое. Ну. И она выглядит мощная, круто просто, да, вот ты сделал, это не Майнкрафт, где ты как-то не страдай, все равно это будет кубики, понимаешь? То есть да, там это все равно квадратик, да. А здесь и наклонные поверхности, и при желании можно даже какую-то почти окружность создать, да, и можно срезанные углы создавать. То есть, например, вот у меня срезанный угол вот здесь вот так, да, на типа на посадочной полосе. А здесь у меня углы вот чуть выше, где турели стоят. Он уже по диагонали этот угол срезан. То есть и такое можно делать. В общем, прикольно. Мультиплеера пока нет. Пока мультиплеер недоступен. Мишайл. Для нас, простых смертных, мультиплеер пока недоступен. Рамон, стой. Стою. Я не буду делать обзоры обновления этой игры. Я не настолько прям фанат Space Engineers. Но мне нравится, что я вижу. Я об этом хочу сказать. И не спешите ее покупать, потому что неизвестно, какой она станет. Но если вам уже нравится то, что есть, то можно купить. Ну
тут просто открытый космос с метеоритами. Это не корабль, это космическая станция. Выход, народ похож. Ну да, возможно. Кит будет называться Кит. Кит. Станция по добыче ресурсов, да. Кит один, вот. Все. Кит один. Надо еще, знаешь, это подписать так. А я могу, кстати, на борту где-нибудь. Я потом продолжу тут же. Помещения будут еще довольно обширные. То есть у меня, я думаю, в хвостовом отделении расширится налево и направо немного этот кит. Вот. И будет действительно как хвост, да? Там. Ну, типа, да. Вот, и где-нибудь сбоку я могу написать даже по-русски, например, да? То есть тут можно покрасить его. Это я могу продемонстрировать. Сейчас. Кит один. А, то есть я могу выбрать блок, выбрать цвет, скажем, красный, да? И если нажимать на скролл, наведя на нужный блок, вот нажимаете скролл, все, вы можете покрасить какой-то участок. И то есть, если будет достаточно... Не, хотя... Я не знаю, мне не хватит пространства, чтобы написать слово «кит». Оно будет очень большое, это слово. Посмотрим. Жаль. Ну, может быть, там на хвосте действительно можно. Будет место. Перекрасим обратно в желтый. Ну, а потом я хочу добавить, построить какие-нибудь вот летательные аппараты мелкие, да? Там еще три штуки. Ну, разные, чтобы разные типы были. Например... Сделать один — это такой мощный бурильщик будет. Другой — это, например, разведчик, да, корабль-разведчик. Ну, то есть, который будет разведывать области дальние и там находить. Там, и третий, допустим, я не знаю, какой-нибудь еще один бурильщик, скажем. Вот. И после этого, когда потренируюсь, если мой интерес к игре еще не остынет, то попробую построить какой-нибудь большой боевой корабль. Например, Battlestar Galactica. Это будет жесть. Ну ладно, друзья, вот такая вот штука. Все, что здесь пока можно делать, это вот построил, показал, зашибись. Врезался потом в это еще. Эпически так.